Пожалуй, ни один коллектив в округе не сможет похвастаться таким количеством поклонников, как духовой оркестр. И это неудивительно, говорили на праздничном вечере. Коллектив был создан еще до начала Великой Отечественной войны. Менялись поколения, менялся и сам город. А оркестр продолжал играть любимые мелодии горожан. Мы создавали наш город, наш район именно под звуки духового оркестра. Строили новые корпуса заводов, строили наш парк. Этот дворец был построен также под звуки этого оркестра. В суровые военные годы духовой оркестр провожал на войну Красногорское ополчение. А затем в мирное время ни один праздник не обходился без того, чтобы не играл наш оркестр. То есть это моя жизнь. Оркестр духовых инструментов образца 2017 года – достойный продолжатель традиций, заложенных основателями коллектива. Жители Красногорска знают, начиная с мая, каждое воскресенье в городском саду играет духовой оркестр. Играет так, что ноги сами идут в пляс, а сердцу никак не хочется покоя. Мы желаем всем, чтобы у них был такой оркестр, и чтобы люди были такими счастливыми, обогатворенными. Ну, спасибо нашему любимому духовому оркестру и долгих им лет жизни, творчества, успехов, благополучия, всего самого-самого доброго и, самое главное, мирного неба над головой. Дорогие сердцу зрители мелодии, марш энтузиастов Исаака Дунаевского, летят перелетные птицы Матвея Блантера, встречи из кинофильма «Цыган» Валерия Зубкова. Составляя программу выступления, неважно, в Зеленом театре или на сцене ДК, мы опираемся прежде всего на вкусы публики, говорит руководитель коллектива Владимир Лютых. Репертуар мы стараемся брать разноплановый. Вот. У нас жанры от джаза и до серьезной, до классики. Духовой, и все исполняет духовой оркестр, то есть обработки. У меня товарищ здесь, трубач, очень хороший, пишет аранжировки. Просто очень отличные аранжировки. Ну вот так репертуар мы идем, ну, не скажу, что на поводу, но пожелание вот наших слушателей, особенно в Зеленом театре, вальсы, танго любят. Ну, в общем, русскую эстраду. Коллектив духового оркестра Красногорска – это 27 человек. В него входят как профессиональные музыканты со стажем, так и начинающие, у которых большое будущее, говорит руководитель. Преемственность поколений – еще одна особенность. Самым младшим оркестрантам всего 10 лет. И они играют вместе со старшими товарищами. На репетициях поблажек нет ни для кого. Без каждодневного труда каждого ничего не получится. Вот я подойду к фортеплясу, да? Ноты есть там. На струнном, да, ноты есть. А на духовом я дану, вы даже не извлекете ноту. Хотите попробовать? У вас просто не получится, звука не сможете издать. Это на... А и самое интересное, каждодневный труд, вот я занимаюсь, у меня отпуск, не отпуск. Каждый день 3 часа. Это минимум. Минимум. То есть труд-то, но приятный. Чем, когда все получается, у меня начинает под лопатками чесаться, это видно, крылья вырастают. Вырастают крылья, как признались музыканты, и когда они слышат, как под их мелодии зрители начинают петь или танцевать. Ну а получать заслуженные аплодисменты в конце выступления лучше любого, даже самого дорогого подарка. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.